Так, кто из них кто? А, это Карина. Давайте примем, попробуем. Да, ребят, для тех, кто только подцепился. А, ну хотя в этом все написано. Пытаемся сегодня тестить уже те же 37. Ну, как, в смысле, те же. Да! Вот это попадание было. Но ему пофигу. Она летит. Ребят, ну было же попадание. Никто, я думаю, не будет в этом сомневаться. Может быть, сейчас что-нибудь у него отвалится. Хороший был выстрел, наверное, метров 400-600. Жалко, не писал трек. Давай, выходи, вариантов-то нет. Жбан. Вариантов нет. Сейчас уже закончатся снаряды. Блин, ну почему она летит-то? Ну неужели ей пофигу? Так-то. Стань-то не до тебя. Вязался. Блин, повредил мне чуть-чуть. Чего-то мне, короче, повредил. Что-то мне там, походу, заклинило. Прям очень хочется попасть мне, да? Что ж ты бой-то не принял, лыжник херов. Не, не берется, не берется. Все, не рубится, гадин, уже не вернется. Пробил он мне что-то. Чего, у меня еще ОБС есть. Очень плохо рулится. А, ну видите, элерончик у меня левый. Клинанул. Жалко. Либо размотать этого бедолагу. Как на лаке другие стволы. Но другие-то какие там? Вяжка это огонь. И, конечно, убийца. Прям. На любом самолете. Лак это или ин. Очень плохо в эту сторону у меня вращается. Очень плохо вращается в эту сторону. Одном элероне тяжеловато. Давай, разгоняйся, братюня. Блин, мне даже интересно уже, кто это. Говорю, полуубитого лагу убить не может. Двигатель, кирдык. Блять, убил. Кизи. Кизи какая-то.